В эту квартиру наша съемочная группа приезжает уже второй раз, и это за неделю. Пожелтевшие обои, звук дождя в квартире и запах сырости. 3 дня назад хозяйка квартиры Наталья и представить не могла, что потолком в ее доме станет небо. Дело не кончилось, как говорится, хэппи-эндом. Вчера вечером опять начало все капать, заливать. То есть светом мы не пользовались уже 3 сутки. Этой ночью чуть не случилась трагедия. Светильник, который расположен в подвесном потолке, выбило потоком воды на спящего ребенка. Прошло буквально 10 минут, и просто взрыв, все падает на ребенка. Благо, было укрыто одеялом. И это все, то есть она испугалась, я давай это все убирать. Матрас полностью мокрый, а все пододеяльники, одеяло тоже мокрое. Ранее мы связывались с подрядчиком, который пояснил, крышу, что на стадии ремонта, прикрыли на время дождей, дабы избежать повторных подтоплений. Оказалось, этих мер недостаточно. Вот сегодня они полезли укрывать целлофаном крышу, чтобы больше такого не было. По прогнозам погоды, во вторник опять начинаются ливни. Ну, то есть даже не успеть ничего высохнуть. Никто не дает ответа, что же нам делать. На телефонные звонки в фонде капремонта не отвечают. Наш телеканал региональному оператору направил официальный запрос. Что касается местного ЖЭУ, его сотрудники сегодня составили очередной акт осмотра квартиры. И пообещали, что в понедельник организуют встречу с подрядчиком, чтобы оценить размер ущерба и компенсировать его пострадавший. Добавим, завершить демонтаж крыши подрядчик планирует в конце лета. Помимо Натальи, от потопа пострадало еще несколько жильцов многострадального дома. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.